Всем привет, друзья голубеводы. Вот встретил человека случайно совсем. Вот я пока еще в Москве, сейчас лягу на газон и буду показывать. Увидел я его случайно. Сейчас буду искать, это у него точки на точке голуби. Сейчас буду, а вот сейчас найду и буду показывать. Что делаешь? Сейчас будем искать их. Наконец-то встретили, кто гоняет в Москве. Сейчас. Будем искать сейчас. Очень сложно сейчас ловить голубей. Я их вижу, но на камеру не могу фиксировать. Сейчас буду показывать, а то некоторые люди хотят голубей увидеть в точке. А заснять не все могут. Редко у кого сейчас летают они. Вот. Сейчас буду искать их. Опять потерял. Штуки три там летает. Человек говорит. Теряется. А, вот вижу опять. Он давай. Очень сложно ловить, я их еле вижу. Сейчас еще попытаюсь, друзья. Фу, пока бегал за камерой. Выдохнулся. Так. Ушли опять куда-то. Да я ищу и теряю. А, вон они. Друзья, теряется, реально. Опять потерял. Сложно ловить их на точке. Но возможно. Камера очень сильно приближает, друзья. Камере нет претензий. Вот голуби еще полетели. Человек держит голубей, а вон вижу опять, сейчас буду снимать. Все, поехали. Где он там нашел в точке? Я ничего не нашел. Старый был. Ой, друзья, очень сложно. Дыхание закрываю, чтобы я их поймал. Так. Будем дальше искать. Я опять потерял. Сейчас буду смотреть опять. Так. Не могу найти.
Ладно, друзья, пойду покажу внутри, что есть за птица у него. А вот опять заметил. Да. Я их теряю, то теряю, то ловлю. А еще игра есть, короче. Игра есть. Вот, сейчас будем послушивать, о чем они говорят. Как вас зовут? Можно я? Как? Как еще? Сархан. Сархан? Сархан. Ага, понял. Вот это, если вот эта чайка поднимется, они улетали меня вот где-то 7-8 часов улетали. Сегодня? Нет, не сегодня. Я его уже обрезал, да, вот сейчас просто крыло поправлять. Я опять все равно буду резать, типа не хочу его гонять. Пропадать потом не надо. Вот это тоже, вот еще ты видишь, красный хохлак. А можете чуть-чуть погонять, все равно их гоняйте, мы сейчас посмотрим. Бой. Чуть-чуть. А вот эти спускаются и... Алло. Ветер, кавалера открытый, она молодец. Да, обрезной, вон, видно. Давай, не гоняй. Во. А сейчас так. Блядь, сам главное, что он сел, блядь. Шкаты. Кто пошел шкаты? А где шкаты? А, вот. Можно 5 минут? 5 минут. Да, еле выгнали голубей, еще будет. Хватит так быстро, вы захотите с ними. Здравствуйте. Здравствуйте.
где? А где, который на точке, я не вижу. А, вон они. Кто молодец? Чиль? Кто, который на точке? Вот этого я показываю. Вот черный хвост, который стоит на стал, парень. Черный тоже. Вот Друзья, кому понравилось это видео, поставьте класс. Кому не понравилось, дизлайк, чтобы я знал. Если не так есть, то у нас показать, что я все равно. Сейчас буду. А где который на точке? Еще раз покажи, поедем. Где на точке? Сейчас только на меня не наступай. Они за облаками еще. Сейчас поймаю тебя. Вон он, видишь? Вон он, 20 единиц. Увидел? Нет. Вон они, вон, над твоей головой, вон. Вон, за облака сейчас ушли опять. За облака ушли? Да. Снимай, пошли. Хотите? Вон, ты видел за облаками? Вон они, вон, вынесли, вон, над головой, вон они. Сейчас. Вон!
Раз, два. Да подожди. Вот ты. Ты пока поймаешь. Вижу, вижу. Вон он, вон он. Вон. О! Поймал? Вот он, ты. Опять потерял. Бля, не старый. Да. Поймал? Я. Ой, бери, куда ты? Вот он. Да ты я цел. Да я-то вижу, а на камеру теперь соснять сложно. Достань его. Вон, они прям сзади оба. Во, вон он. Понял, поймал? Вот он. Блин, вот на синхронном не тут видно, а сейчас... Все, я уже не могу. Рука болит. Это цел уже, да? Черный пластом. Сейчас я быстренько покажу, что я за нахожу. И побежим сразу. Забить, что все быстро получится. Ну, вот так вот покажу вам. Что есть. Вот такие красавцы, головастики всякие, вот такие. В них не очень разбираюсь, но голуби есть хорошие, вижу. Красавцы, вон, видите, какой красавец. Видите, пара. Вроде всех показал, еще мрамор. Все, друзья, побежал, кто меня убьет сейчас. И так машину остановил, побежал снимать. Едем в другое место снимать. Там, где люди ждут. Все, друзья, с вами был я, Давид. Вот в таком красивом месте мы.
хочу вам сказать, друзья. Вот в Москве, вот я вижу птицу, очень красивые. Вот и видите, и бой, и лед, все показал, что смог. Так что, если вам понравился этот ролик, друзья, поставьте ему класс, если хотите. И подписка, кто не подписан, если хотите. Всем пока. С вами был канал «Храбрость жизни».